По вопросу PayPal. В этом видео я вам расскажу и дам советы, ну, не здесь напрямую, но есть выход из неких ситуаций по PayPal. Если вам интересны переводы, как разблокировка счета, принятие приема платежей и в целом вся статистика. Добро пожаловать на канал Apple Expert, с вами Владимир. Самый простой способ использовать PayPal — это в долларах. В долларах никаких проблем нет, почти никаких ограничений нет. То есть вы 10 тысяч, 60 тысяч долларов за сутки можете переводить свободно. Ну а выводить на карту уже есть ограничения от каждого банка, зависимо от своих условий. Вот. Что касаемо еврорасчета, есть некие проблемы. Вы можете принять первый, второй, третий, а может даже на первом вам могут заблокировать, запросить проверку сначала. Вы прикрепите все данные, там паспорт, неважно. Удостоверение личности любого типа, которое предлагает система, прописку, банковскую выписку, ну и возможно какой-то дополнительный комментарий, что это был за платеж. После этого пройдет проверка там за сутки и хлопают кошельки. Так вот, есть некое письмо, которое помогает разблокировать счет. Если вам интересно по этому, вы мне пишите именно на Instagram. Мой Instagram будет в описании. Я вам дам, не за бесплатно, конечно же, потому что это в ваших интересах. Мы с вами можем договориться. Это будет совсем небольшая сумма, допустимая для каждого. Вот. Поэтому все, в принципе, просто делается. Вы можете заново даже регистрировать кошелек на тот же номер, на только другая почта будет. Те же самые данные, и все равно это будет работать. Ничего там такого нет. Но когда вы регистрируете кошелек, если это там в странах СНГ, Украина, неважно, вы крепите данные, конечно же, Украины. Если за рубежом, вы крепите данные, те, которые за рубежом, потому что система PayPal это очень хорошо контролирует. И, как понимаете, что в долларах проще работать, в евро сложнее, потому что какая-то у них там история есть, они не дают никаких пояснений, почему именно сложно работать в евро. В долларах проще, в евро усложнено. В общем, если вам нужна помощь в переводе, обращайтесь ко мне, я принимаю платеж, за процент вам перевожу, естественно, обратно на карту, куда вам там нужно. Если вам нужны данные по тому, как разблокировать счет, который вам заблокировали, вы больше не можете использовать, также обращайтесь ко мне. Есть письмо, есть ссылка на техподдержку напрямую, то, что вы можете написать с теми данными, которые у вас, естественно, просто подставите, и все, вы можете разблокировать свой счет, дальше его использовать. Поэтому обращаемся, все данные есть, решение есть, можете не переживать. Дальше больше, скоро увидимся.